вы смотрите на меня, я смотрю на вас. И тут появляются эти ребята. А это, оказывается, группа. И все вместе. Немощные! Вот на самом деле, не мощные, а сказали мы мощные, ребята. Задорно, весело. А, ну, до нас, к сожалению, не добрался еще один солист. Где потеряли? Ну, скажем так, он пишет сольный альбом. Ага. Он поехал к бабушке в деревеньку. Там спокойно. Засаливает, да? Да. И заодно картошечку покопает, поможет бабуле. Все нормально. Какой хороший мальчик. Ну, жаль, что он не добрался, не доехал до нашей студии. Ну, в любом случае, мы очень рады вас видеть. Как ваше настроение? Отлично. Отлично. Настроение очень веселое, суперское. Лето, весело. Хорошо, мы в студии у вас. Отлично. Ребят, вот у меня такой первейший к вам вопрос, мощнейший. Как к вам пришла популярность? Вот давайте вспомним. 2026 какие... год, когда к нам пришла популярность. Нет, серьезно. Вот когда-то же вы были обычными парнями, которых никто не знал. А сейчас вы стоите на Юмор ТВ, на вас смотрит вся Россия. И все говорят, конечно, эта группа не мощная, да, мы знаем этих ребят. Так вот, как пришла популярность к вам? Поделитесь. Сначала к нам пришла популярность в подъезде. Да. Мы играли на гитаре в подъезде. Так. Соседи были все ваши, да? Фанаты, были все фанаты, любили, бабушки, слушали. Да. Начали приглашать на дни рождения квартиры. Угу. Ну вот, а потом... И что, все началось с подъезда, да? Подъезд. А так. Сейчас мы потом... уже у вас. То есть от подъезда до телевидения. Вот так вот, да? Да. Все просто и незамысловато. Ну что ж, круто. А, вот вы знаете, все пытаются вот сделать что-то какое-то, не знаю, грандиозное, масштабное, да, чтобы прославиться. А, вы как знатоки, скажите, что, чтобы такого сделать немощного, все-таки, чтобы стать популярным? Вот немощно, не запариваться особо. Нам нужен фит с Джастином Тимберлейком. Да, ну, совместный, да. Очень просто. Очень просто. Сейчас, кстати, наш маленький, которого сегодня нет, он ведет переговоры. Этим занимается кто? Его бабушка. И скоро он выпустит фит с Джастином Тимберлейком. Не знаю, кто круче, бабушка или ваша... Как вы называете его? Степан. Степан Малыш? Малыш. Нет, вот да, давайте, если мы коснулись вопроса прозвищ, да, и каких-то обзываний-называний, как вы называете друг друга в межсобойчике, так скажем? Есть у вас какие-то подпольные такие подколки? Какие-то кликухи. Но все-таки канал цензурный. Поэтому, все подколки да. Мы оставим. Поэтому для себя. Просто это Алеша. 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 Кирилл Сергеевич. И малыш наш это Степа. Малыш Степа. Да, малышу Степе мы передаем огромнейший привет. Надеемся, что в следующий раз, когда вы приедете к нам в эфир, мы будем в полном составе общаться. Обязательно. Обещаю. Ребят, чтобы стать настоящим мачо-меном, чтобы стены тряслись, чтобы чики пищали. Что нужно сделать? Ну, я же не просто так к вам обращаюсь, правильно? Вы же профессионалы в этой области. Нужно бросить пить. Раз. Раз. Нужно снять штаны хоть раз. Два. На сцене. Так, ага. Ну и быть при этом как бы в таких трусах, чтобы они блестели все в стразах. Так вот в чем секрет вашей группы, да? Мы видели уже вас в трусах, причем не в одном клипе. Но, может быть, даже и в прямом эфире увидим ребят. Ну, господи, нет, я не хочу это смотреть. Так, нет, хорошо, давайте еще какой-то мастер-класс. Вот я хочу развить эту тему, потому что вы, ребята-то, видные, завидные женихи. Вот, расскажите, вот мачо-мен, какими качествами должен обладать? И вот дайте такой мастер-класс. Еще, да, продолжим нашим зрителям. Не пить, это все понятно, да. Еще, что еще, еще? Он должен быть обязательно культурным, очень культурным. Да. Культурным, ага. Начитанным, брутальным и супернатуральным. Это вот, по крайней мере, у нас в Челябинске это очень модно. Кстати, как у вас дела в Челябинске? И правда ли, что вот это вот челябинский настоящий, там все железное, все такое... Ну, вы поняли, да, о чем я? Так ли это? Или это вот стереотип? Ну, конечно же, это стереотип. Безусловно. Это безусловно стереотип. Там есть и брутальные, есть и неженки. Неженки. Ну, их вот столечко. Их маленечко. Ну, мы все мужики настоящие. Так как у нас еще и зима такая суровенькая, мы... Вот была в мае, буквально на днях. Да? В мае, зима, друзья, в России это норма. Это норма.
А, вот, знаете, сейчас мы хотим запустить в эфире клип Зина ваш. Да, и мне хочется, безусловно, разузнать все про клип Зину. Почему Зина, а не Виктория, предположим, да? Да, почему такая вот музло такое, почему вы выбрали такие локации для съемок? Вот, пожалуйста, расскажите все об этом клипе, всю подноготную нам. Вот. Ну, как вы поняли, снимали мы в Майами. На Мальдивах. Но... Мы договорились, на Мальдивах. На Мальдивах в Майами. На Мальдивах в Майами. Майами в Челябинске. Ага, знаю, бывало там, мы отдыхали вот, там с любимым. Ну и, это самый лучший пляж у нас. Угу. Мы там всегда отдыхаем, загораем. Зажигаем. Зажигаем и снимаем. Так, круто. Вот. Ну, а такая вот как история у нас в клипе, это история любви реально Степана и Зины. А, то есть у Степана ничего, была реальная не, Зина, да? Да, не да, вымышленная, да, не вымышленная. Конечно. Не вы, а она была резиновая Зина? Нет. Ну, она же в клипе не резиновая. А, ну нет, может быть, для клипа вы позвали актрису. Знаете, ребят, сейчас тоже такое практикуют. Мы не настолько богаты, чтобы звать настоящих актрис в клипы. Скажите, почему в вашем клипе такие мощные биты, и этот, эта песня настолько зажигательная, что вот, вы знаете, я думаю, сейчас вот она прозвучит, она вот уже не прозвучала, а мне уже хочется танцевать. Почему? Вот в чем секрет мощности зашкаливания этого клипа? Это талант, это просто талант Кирилл Сергеевич. Ага, Кирилл Сергеевич написал эту песню? Кирилл Сергеевич написал музыку. Музыку? А вы все вместе пишете музыку, слова, то есть там... Да, все. Вы талантливые. Не каждый артист, знаете, в современное время пишет сам себе, поэтому отдельный вам респектос. А кто вам еще помогает? Ну да, понятно, сами своими силами, понятное дело. Кто еще? Каких гастарбайтеров вы нанимаете для помощи? Ну, это не гастарбайтеры, все просто. Это наши друзья. Спасибо им большое. Они всегда нам помогают. Друзья гастарбайтеры, подруги. Респект. И женщины. Ну, давайте немножечко позажигаем все-таки под клип Зины. Я думаю, наши зрители заинтригованы до изнеможения. Поэтому клип Зины на ваших экранах, друзья. Давайте танцевать вместе. И вновь на ваших экранах ребята что-то там обсуждают, но это прямой эфир, и это нормально, группа немощная у нас сегодня в гостях. Ребят, и вот спрашивают тут наши фолловеры ВКонтакте, то есть, ребята, как вы придумали такое название группы? Расскажите. А как мы придумали, Леша? А вот вы гляньте на нас просто, дорогие зрители, со стороны. Да. Это что, мощно? Это такая игра слов, как бы, немощные, немощные, но мощные. Мне кажется, у каждого человека свое понятие о мощности, и, ну да. Ну, 2,4. No comments. Хорошо, раньше я не слышала про такую группу, пишет опять же наш Гоша, а сегодня посмотрела в интернете видео, мне понравилось ваше творчество. Вот, так что вам высылаю тут респектозы. Спасибо. Вот вас знаю. Так дальше. У вас для всех песен есть клипы, спрашивает Люда. Люда спрашивает. Людмила, да. Кстати, вот у вас есть клип на Зину, да, называется. Каких еще женщин вы будете, именно которых, в общем, будут в клипе? Может быть, у вас уже есть задумка какая-то определенная? Виктория? Был же намек, мы все поняли. Хорошо, я буду ждать. А еще, вот, например, какие-то такие экзотичные имена. Экзотичные? Саша. Саша, Настя, Маша, да? Очень экзотично. Ну что ж, опять же, понятие мощности, понятие экзотичности у людей разные, но тут трудно размышлять. Немощные, какой ваш девиз, жизненный девиз? Вот спрашивают. О! Сказали, ой, это танцуй, юмор, веселись, не унывай, ног не пей, мало не пей, такой. Ага, в общем, какой-то размытый такой ответ. Ну что ж, он зачитывается, спасибо. У вас это постоянный стиль одежды, спрашивает, опять же, Люда. Ну, вот, кстати, та же Степина бабушка, по совместительству наш дизайнер, как вы поняли. Дизайнер. Ну, я, естественно, смотрите, я сразу все из сундучка, все свеженькое, 40-летнее. Все, да, все с запахом. Все мятое, все как надо. Так. Все с пузыриками. Нарядом не меняем. Ну, то есть Меняем, конечно же. Мы наряды меняем. Не подумайте плохого, мы меняем наряды. Да.
Мы два дня в одном и том же не ходим. А у вас еще такие моднявые лампасы. Покажите, покажите, как можно только это всем нашим зрителям. Кто? Бабуля расшивала? Кому респект мне сейчас отправить? Ну, это уже Степан. Степан, боже мой, да он у вас умеет вышивать, да это же это чудо какое-то. Шить, вышивать. А вы рукастый мужик, да, вот, а вы сами умеете там что-то лепить, рисовать? Какими вы талантами, помимо пения и танцевания, обладаете? Лепка. Лепка пластилином. Ну все, что вот в садике было. И вырезание из цветной бумаги. Обязательно, да? И контурные карты. Это все вообще наш талант. И все, да? Ну, не будем забивать эфир нашими хорошими чертами. Да нет, ну почему, нам же интересно. Вот, поговорим вот, конечно, Степан мега крут пишет нам. Спасибо. Вот. Степан, мы передадим ему, обязательно. Срочно следующий эфир, ты обязан просто, обязан быть здесь. Притащим. Так, немощный, какое изобретение человечества вы считаете самым бесполезным? Вот, да, кстати, тема-то эфира у нас. Бесполезные, ненужные, смешные, глупые изобретения. Что вы можете на этот счет высказать? Так, самое бесполезное изобретение? Да. Это тапочки для комаров. А такое есть или это родилось вот здесь посредством космического соединения? Это будущее самое бесполезное изобретение от немощных. Очень много бесполезных вещей. Ну, например, даже хорошо, в жизни. Например. В жизни какое вот самое бесполезное? Ну, вот, например, белые чернила. Зачем они? Белые чернила. Так, действительно, зачем они? А есть ли такие, действительно? Да, я пытался писать, но ничего не получалось. Я говорю, это так. А как же белый шоколад? Чтобы чернокожие люди смогли вот испачкаться им. Может быть, это тоже какое-то отчасти бесполезное изобретение? Это гениальное изобретение. Это гениально? Чтобы мы увидели грязные пальчики. Шоколаде. Грязные пальчики негра. Кстати, они у них и так белые же, по-моему. Да, ладошки у них белые. Ой, вот такую тему мы затронули в прямом эфире Юмор ТВ. В общем, чудеса творятся. Как вы развлекаетесь? Вот даже так скажу. Как так развлекаться, чтобы потом дома с больной головой не валяться? Вот расскажите. Вот ваш свет. Ну, во-первых, это лото, домино. Это обязательная программа. Ребята, шашки, шахматы. Шахматы, шашки и не смешивать. Ни в коем случае. И все. И по полной программе до конца сидеть, в смысле, на праздник. Хорошо кушать. Закусывать шашки, домино. Все нормально. Вот вы знаете, очень хочу я поставить сейчас клип «Провинциал» в эфир. Как вы относитесь к провинциалам? Отлично. Очень хорошо относится к провинциалам. Я просто как бы так москвичка вообще, ну и вот спрашиваю, как вы относитесь к Клементе? Два дня тоже в Москве, уже тоже почти москвич. Вы уже тоже отчасти москвич, поэтому, но все равно хорошо. Нормально, да? Мне кажется, там люди более какие-то добрые, что ли, и открытые. Вот могу сказать о себе. Кстати, вот почему вы решили воспеть тему провинциализма? Вот так. Провинциализма? Тема провинциалов. Почему? Что вас натолкнуло на эту идею? Когда мы первый раз приехали в Москву, это было в далеком 72-м году. Из Челябинска? Из Челябинска, соответственно, да. Мы увидели очень много бесполезно шатающихся людей. Но! Сочувствие проявилось в высшей мере. Поэтому мы решили, что нужно поддержать, подбодрить, отправить всех назад. Чтобы они совершали великие дела и поднимали наши регионы. Конечно, это очень... Друзья, провинция рулит на самом деле. Рулит, безусловно, никто даже вообще не спорит. Однако мы в Москве, ну это уже другая история. А вы сейчас поедете обратно. А мы смотрим клип группы «Немощные», «Провинциал» и зажигаем. Друзья мои, вот мы не просто так тут скучковались в левом углу вашего экрана, в правом точнее, потому что вот здесь будут сейчас появляться интересные картинки, которые мы обсудим с ребятами. Значит, появляется картинка, сейчас еще пока я не знаю сама, какая она появляется, но, безусловно, нелепо смешная. Эта картинка у нас уже была, гольф для туалета мы обсудили. Очень интересное изобретение. Давайте следующую. Не будем останавливаться на... Очень удобно, кстати. На этом изобретении. Следующая фотка. Так, пока это дело все включается, у нас же есть iPad, друзья мои. Сейчас родится наконец-таки фотография.
Вот, ножницы для пиццы. Любимое блюдо должно быть нарезано и подано, естественно, с любовью. Для этого требуется аккуратность. Поэтому вот это специальное изобретение для людей, у которых нет аккуратности в принципе. Ну, короче, она, кстати, руки не оттуда у кого. Здесь лучше выглядит, чем здесь. Ну, потому что iPad, это мой iPad, конечно. Я сначала подумал, что это утюг. На первый взгляд. Утюг для... для пиццы. Вот это действительно бесполезно. Утюг для пиццы. Что может быть еще лучше? А вот это просто best of the best-овская штука. Волосатая кепка, друзья. Вы мужчина, вы облысели, а на пересадку волос нет денег, а может просто не осталось волос для пересадки? Ну, не проблема, конечно. Это головной убор скроет все недостатки и заодно сохранит прическу на всю оставшуюся жизнь. Вот даже такой какой-то рекламный. Да. Покупайте, знаете, а-ля вот так. Можно, ну, просто положить кошку на голову. Это дешевле будет. А заметьте, он стал сразу сексуальным. А он стал, у него лицо стало, да, у него лицо стало более счастливым, а у нас уже появилась следующая фотография. Это вентилятор для лапши. Да. Особенно пригодится любителям китайской кухни, вот, или просто любителям вкусно покушать. Ведь каждому известно, сколько шуму приносит человек, который дует, остужает лапшу с помощью рта. Поэтому этот вентилятор прекраснейший, создан как раз-таки для таких случаев, чтобы не нервировать окружающих и, в общем-то... На самом деле, это вот никто не видит, это Джеки Чан. И кушает эту лапшу, как бы он. Да. Он рекламирует, может, он ее создатель может вообще. Может быть, да, он ее и придумал. Это неудачные точно. Дубли просто. Вы бы купили себе такое изобретение? Ну, не знаю, если в поезде так. Доширак кушали. И студите. Ага, ну к тем доширакам. Ну, смотря сколько стоит. У нас в России это будет явно дорого продаваться. Естественно. Вентилятор для лапши $600. Это по-нашему. А у нас уже появилась справа от нас лежащая женщина. Это Англия, 1936 год. Очки для чтения лежа. В общем, вот такое изобретение. Необычное. Как часто вы читаете, кстати, что вы читаете? То и есть, читаете ли вы лежа? То есть этой дурости уже 400 лет, да? Оно, видимо, живет, прижилось. Мы читаем, да, очень много. Вы молодцы. А что читаете? О чем мы читаем? Газеты, господи, мы какие-то буклеты. Различные книжки интересные. А вот классику как обязательно. Читаете? Сидя, стоя, лежа. Это все зависит от настроения. Я до этого читал лежа, без очков. Для и понял, что ты прожил лежа. Жизнь зря. Да. То есть ты вот так читал? То есть тебе было удобно, да? Да. Мне кажется, это невозможно. С закрытыми глазами еще можно читать. 2 минуты с открытыми. В основном я так и читал. С закрытыми глазами. Еще следующая, значит, фотография у нас появляется. Я надеюсь, что да. Совершенно бесполезная маска, защищающая владельца от непредвиденной метели. Боже мой, какой кошмар. Вы знаете, на что это похоже? Мне кажется, это похоже, да, на клюв какой-то. Имитация вороны, я говорю. Имитация вороны. Вот вы бы одели тогда. Господи, это сейчас же непредвиденная метель. И пошел. Ну, кстати, у нас Челябинск. Особенно в июне. Надену-ка на всякий случай. Не, ну у нас нормально. Прокатит. Прокатит, да? Мне кажется, хорошее изобретение. Непредвиденная метель резко начинается за день. Внезапно, да. Цвет плохой просто. Вот, ну, меня просто немножко смущает, не знаю, насколько это видят наши зрители, что внутри этой маски все запотело, и, собственно, вообще, как они видят, как что-то... Кулек для семечек отдельно. Да, следующая фотография, которая у нас появляется на экранах, это, надеюсь, вот это, да, это самое ужаснейшее изобретение, которое, на самом деле, я вообще видела, это коляска на случай газовой атаки. Знаете, в 62-м году в Америке с вами бы никто не согласился. 1939 год, Англия. Зачем вообще гулять с ребенком во время газовой атаки? Мне кажется, вот это вообще риторический вопрос. А это вот люди не отчаиваются. Это вот позитив, о котором мы говорили. Совершенно верно. Мне кажется, это даже не коляска, это какая-то имитация гроба вообще. Это сварочный аппарат для человека с большой головой. Ну, можно и так назвать, да. Отдельно. Вообще, конечно, ужас. Поливаю. Да, давайте посмотрим следующую фотографию. Она уже появляется. Я думаю, что манекены это для сосисок. Спасательный жилет на наших экранах. Да, это спасательный жилет, собранный из использованных велосипедных шин. А как красиво, как стильно, как молодежно. Я уверена, что в Германии в 1925 году люди даже просто ходили, как, знаете, как элемент стиля.
Вот как теперь вам? Мы нашли новый костюм для нового летнего клипа. Обмотаемся сосисками, то есть сардельками. Все, по-моему, будет. Кстати, реально похоже на сардельки. У вас отличная фантазия. А что еще это может быть? Ой, у нас звонок. Давайте ответим звонок. Алло, здравствуйте. Привет, я бы хотела заказать песню. Вот так вот, с лета, с налета. Давай, заказывай. Как тебя зовут? Представь себе сначала. Меня зовут Дана. Дана. Привет. Дана, привет. Заказывай, какая у тебя песня? Сати Казанова «До рассвета». Сати Казанова «До рассвета». Посмотрим, да. Ребят? Обязательно посмотрим. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то... Вот такая, это да? Сати звонила, я понимаю. Мне не хватает эфиров. Нам нужна Сати Казанова, трек «До рассвета». Импозантная. Да, такая очень мощная у нас была. Давайте досмотрим фотографии. У нас на самом деле их осталось очень мало. Да, и посмотрим обязательно клип Сати Казановой. Шапка для сна в вагоне метро. Вот такая незаурядная, симпатичная. Спереди на ней написано «Разбуди меня, пожалуйста», там, перед какой-то остановкой. Шапку натягивают на глаза, а в прозрачное окошко вставляют карточку с названием станции, собственно. Изобретатель утверждает, что это полезно не только тем, кто хочет спать, друзья мои. А если вы хотите просто сесть, можно пройтись по вагону. И, собственно, выбрать пассажира, которого нужно разбудить, и сесть, заняв его место. Вот такие изобретательные, но это, видите, азиаты, по всей видимости, они славятся тем, что, ну, труженики, и много работают, мало спят. Да, пока ты эту шапку, например, пока пишешь, пока там туда-сюда одеваешь, раз, ты уже приехал. Очень удобно. Пока вантус в каску вставляешь, там, прицепляешь, уже все. Не, мне интересно, вот девушки, да, как это носят в сумочке. Главное, к дверям не цеплять, а то так ты прицепил, двери открываются. Это просто... У нас появилось приспособление гениальнейшее. У нас появился фаворит. Да, защита от попадания волос на еду, либо наоборот. Просто трешняк какой-то. Это защита от знакомства с девушками, я понял. Если вы боитесь, что лапша будет... Ему не хватает вентилятора, чтобы ее остужать. Вентилятор, действительно, если ты видишь в каком-то японском, китайском, может быть, корейском, не знаю, каком-то восточном таком ресторане девушку, у которой намордник розового цвета и вентилятор на лапше, все нормально. Это у которой на голове просто смятый стульчак. Вот манишку Гоа неправильно одел. Открыто. Друзья мои, встаем на прежние места, и я думаю, что мы обязательно вернемся к теме самых бесполезных изобретений человечества, безусловно. Почитаем ваши комментарии, также мы ждем ваших звонков, вопросов для наших немощных ребят. А сейчас Сати Казанова смотрим и танцуем. Это самый мощный прямой зефир с группой «Немощные». Вот такая вот история. Всем еще раз привет, кто только что подключился к нам. Hello. Да, мы продолжаем наше общение. И я хочу очень зачитать комментарии наших телезрителей. Uh-huh. Ребята, у вас вместо гудка есть мелодия? Вот? Скажите. Какая-то, да. Если есть, должна быть. Нет, это платно. Это платно. Ну, конечно, зачем? Зачем платить, если вот вам алло, а вы им туруру напели мелодию бесплатно? Ну, почему бы нет? Конечно, надо выходить из таких ситуаций. Немощные, какие иностранные языки вы знаете? Португальский, цыганский. Португальский и цыганский один сразу. И, к сожалению, ну все английский на уровне table, на уровне, да? Face off. Hello. Так, понятно. People. А вот хочется узнать больше о вас вот в жизни. Есть ли у вас девушки, жены, дети? Чем вы вообще живете? Как вы проводите свое время? Вот такой вот личный вопрос, но очень хочется о вас узнать вот немножко поподробнее. Опа. Опа, а как сказать? Опа. У нас все нормально. Шапочку, да нормально, живем, хлеб жуем. А, это так в Челябинске говорят. Все хорошо, мы все... При женах, да? При девушках? Или нет? Нет, все заходите, все, звоните обязательно все. Мы любим всех, всех девушек, женщин, бабушек, всех. Бабушек, ладно, ладно. Ну ладно, я поняла, что вы не хотите открывать свои секретики, да? Ну, в общем-то, хорошо, ладно. Были ли у вас какие-то казусы на выступлениях? Вот, расскажите. Давайте спросим так.
Были ли у вас выступления без кассы? Были они или нет? Нет, были, конечно же, были. Какие-то такие самые смешные моменты можете вспомнить? Или какие-то вот реальные такие факапы, что вот без слез не вспомнишь? В основном это... В основном это, конечно, когда забывается костюм. Да. Бывает. Конечно, у вас такой мощный сценический костюм, что... Ты, например, выходишь на сцену и понимаешь, что штанов на тебе нет. Опять. То есть либо сорвал банк, либо свистали. Либо закидали. Нет, не голышом, штанов нет. Underwear на месте. Так, хорошо, я поняла вас, ребят. Как вам телепрограмма «Дом-2»? Вот такой интересный вопрос. А мы ходили на кастинг, кстати, не прошли. Серьезно? Это шутка? Ну, сказали, что втроем. Втроем на одно место. А почему, интересно, как вы считаете, вы не прошли? Потому что мы не ходили. Он пошутил. А, ну да, логично. Да, что это? Как я сразу не догадалась. А вообще «Дом-2», ну, хороший проект такой. Я его всегда смотрю. Знаю там. Вы знаете, вот тут спрашивает Николай... Венцеслав. Оттуда, да? Да, я, у меня другая рифма к этому слову, думаю, всем, всем известная. Но не будем о грустном. Поговорим лучше о ваших автографах, потому что Николай Иванов, значит, спрашивает, а можете ли вы подарить кому-нибудь автограф? У меня уже есть ответ на этот вопрос. У нас есть да, просто... Николай. Да. Безусловно, да, потому что у нас есть рубрика «Рисовалка» она называется, где мы не только, наш артист расписывается, но и рисует что-то под тему эфира. Вот сегодня чуть попозже мы обязательно с вами что-то нарисуем и разыграем, подарим это, ну, естественно, самый оригинальный комментарий, которого мы с вами вместе выберем. Хорошо, обязательно. Хорошо, значит, обязательно разыграем, так что пишите, креативьте. Тема нашего эфира, еще раз напоминаю, это самые бесполезные изобретения. А самый, знаешь, какой комментарий победит? Да, у нас на самом деле еще куча... Поставьте «Сойти Казану» песню. Поставьте «Сойти Казану», да. У нас, кстати, реклама, друзья. Вот такая бесполезная вещь на телевидении, но... Но мы понимаем, что она нужна. Да, смотрим, да, и возвращаемся. Немощные на наших экранах. Я Вики Долгова, и мы начинаем нашу прекрасную рубрику «Рисовалку». Рисуем, ребята, рассказывайте, что будем рисовать, и, естественно, при рисовании комментировать. А очень вами, оригинальное будем с рисовать. С вами Андрей Бахметьев. С помощью полторашки и маркера мы нарисуем коляску для лошади. Коляску? Или для зайца. Для зайца. Это в тему нашего эфира, по всей видимости, о самых... Нужных. Нужных. Скажем, в кавычках, нужных вещей. Изобретениях за всю историю человечества. Или машина. Да, что получится. Безусловно. Или машина. Пока это просто кубик. Пока это катер. Пока это какой-то странный нос. Так, ручка есть. У каждого свои ассоциации. Нужны колеса. Ага. На низкопрофильной. Так, коляска делается вот так. Мы родились. А ты ходил в художественную школу? Нет. Такой взгляд вот. Мне кажется, он обманывает нас. Мне кажется, у него пятерка была по рисованию, потому что с таким воодушевленным лицом коляска для нигера. Коляска для нигера с хромовыми дисками. Так. Балдахин не надо. Балдахин не надо. Мне кажется, логичнее рисовать лошадь, да? Если коляска для лошади. Сейчас я вспомню, как выглядит лошадь. Ухо. Есть у них? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же будет, что же будет? О, это грива будет такая. О! Ага, а это девочка или мальчик? Не будем это рисовать. Ну вот поэтому я и спрашиваю, чтобы знать. Он рисует еще и звуки. Так, ребят, пока вы рисуете, значит, у нас, значит, вопрос немощный. Возможно ли сказать букву «П» с открытым ртом? П. По-моему, да. С открытым? Да. Конечно, можно. Как? Это невозможно, по всей видимости. Важный вопрос. По-моему, очень похож. А я буду разукрашен. Давай. Давай. Какой ты молодец. И главное, как старательно, с душой человек делает все дело. Ну, естественно, надо подпись поставить, число, написать... Что-то душевное. А у меня вопрос, вы пробовали самогонку когда-нибудь? А это как связано вообще? А какую? А на орех, настоянную там на корочках. Кирилл настаивает просто? Поэтому он знает. Нет, мы не пробовали, мы не пьем. Ну не против.
Заносите. Ну все, значит, после эфира, ребят, ну выпьем чаю, господи, ладно. Значит, Немощный, какое у вас самое яркое воспоминание из детства? Боже, сколько здесь к вам вопросов. Тут спрашивают, и какая ваша любимая музыка, и любимый исполнитель. Давайте скорее отвечайте. Давайте начнем. Яркое воспоминание из детства. Разукрашивай. Очень яркое воспоминание из детства, когда в 10 классе пришла повестка в военкомат. И как ты жил после этого? Я служил. Вот он. Он служил в 11 классе. Вот настоящий мужчина у нас, а ты? Я? Не отмалчивайся, признайся. У меня в детстве все было хорошо, я все помню. Не поняла ответ на вопрос, честно говоря, ну... Ну, не важно. Ладно, да. Проехали эту тему. Это женщина, смотри, губки-то подкрашены. Вот оно, какие важные детали. Хорошо, а почему... А почему нее... вся остальная лошадь поместилась в коляску, ты хочешь спросить? Нет, у меня вопрос цветового оформления картины. Почему только одна часть синяя, а остальная белая, да? Я думаю, сейчас красненького. А я художник, я так вижу. Хорошо, дальше следующий вопрос. Какие качества вы цените в людях? Честность. Честность? Честность. Это обязательно. Честно. Если вы берете в долг деньги, отдавайте, пожалуйста. Сколько раз мы на этом напарывались. И доброту. Доброту. Да. Основные, основополагающие. Хорошо. Так, насчет музыки. Какую музыку вы слушаете? Вот нас спрашивают, и какой ваш любимый исполнитель? Наш любимый исполнитель Филипп Бедросович. Лещенко. Это ваш любимый исполнитель. А мой... Майкл Джексон. Какие у вас разнообразные вкусовые предпочтения. Ну что ж, круто. Мы оба любим блестящие пиджаки. Хорошо, очень важный вопрос здесь пишут. Если рожденный ползать, летать не может, то почему гусеницы становятся бабочками и летают? Ребят, ну разъясните, пожалуйста, серьезно, этот глобальнейший для вселенной вопрос. Да. Ну, во-первых, мы не знаем. Ответ на этот вопрос. Почему бабочка рождается гусеницей и становится бабочкой? А во-вторых, ваш вариант? А вот, например, дети. Они рождаются детьми, ходить не могут, потом научатся, ходят. Некоторые даже плавают, летают. А некоторые даже становятся быдлом, кстати. Да, кстати. Да. Некоторые бабочки тоже, кстати, становятся быдлом. Это какие? Махаон. Махаон. Даже назвать махаон. А какие любимые ваши бабочки? Вот я люблю кислечку, или как она называется, такая капустница, яркая. Капустница, точно. Вот. Тема бабочек раскрыла. А махаон знаю, и капустница, вот. Больше бабочек мы и не знаем, собственно говоря. Так, вы знаете, мы сейчас вот поговорили о природе. Сейчас, пока ребята делают свои росписи, пишут сегодняшнюю дату, мы посмотрим тополь за окном, вдохнем полной грудью, а потом вернемся. Как-то так. Внимание, внимание! Сейчас мы покажем этот шедевр! И это раз-два! Это, друзья мои, ну, должны вы прокомментировать. Вы, пожалуйста, комментируйте по полной программе. Итак, это самое бесполезное изобретение от Немощных на Юмор ТВ. Коляска для лошади! Ребята уже хотели запатентовать эту идею, чтобы никто ни в коем случае не украл, ну и, возможно, даже... Продать потом продать на аукционе, да. Безусловно. За большие деньги. За 300. А вы любите сладкое? Вот продолжение вопросов зрителей. Да, очень. Да, очень мы очень. Любим сладкое. Сладкоежки, да? Да. А что любите? Пирожные, я просто один раз съел торт в одного. Я чебурек. Вот этот ты сладкое чебурек. А это не сладкое, нет? С вишней, чебурек с вишней. Чебурек с вишней. Со сгущенкой. Ну да, интересно, у вас в Челябинске вообще как-то все перевернуто. Окей. А как можно найти грань между тонким и плоским юмором? Вот вы, как люди юмористического, так сказать, жанра. Тонкого или плоского? Давай определим. Так, между тонким и плоским. Нет, мы какого жанра? Тонкого или плоского? Надо, кстати, узнать об этом у телезрителей. Да. Но я считаю так. Что я никак не считаю. Но я знаю, что я не знаю. Ну, у каждого просто грань своя. Кто-то считает это тонким, кто-то плоским. Кто-то любит стиль Адама Сэндлера, кто-то любит стиль советский... Евгения Ваганыча. Да, советских классиков, Петросянова.
Да, безусловно. А кто-то смотрит юмор ТВ и правильно делает. Вот, кстати, да, давайте на секундочку вернемся к нашим изобретениям необычным. У меня есть вот такой вот глазок для холодильника. Вот действительно, зачем стоять как идиот у открытого холодильника, когда можно стоять у закрытого? Действительно. И смотреть. И ждать, пока холодильник смотрит на тебя изнутри. Какой-нибудь, да, там какая-нибудь колбаска на тебя выглядывает. Выглядывает на тебя. Домой, в 3 часа ночи. Жрать пришел. Не открою. А, кстати, вы знаете, вот где-то там выглядывает короткая реклама, после которой мы вернемся и подарим автограф и послушаем, наверное, какой-то клип про 8 марта. Но! Ведь это так скоро. Актуально. Пока вы смотрели рекламу, дорогие мои любимые телезрители, мы с ребятами почитали и посмотрели ваши комментарии и нашли победителя, которому вот этот прекраснейший рисунок отправляется прямо домой. Это, по мнению ребят, Люда Крылосова. Людочка, это коляска для лошади отправляется к тебе. Крутота! Почтой России. Почтой России жди через месяц. Ну, скоро. Жди 8 марта, кстати. Да, ведь скоро же мы вас смотрим. Ведь скоро же по версии Почты России 8 марта. 8 марта. Отлично. Вот этот я пока пригрею себе, Вот, никому не отдам. Нет, отдам, конечно. Вот, ну мы же пообещали, да? Друзья мои, ну что ж, мы, наверное, еще немножечко с вами поговорим на тему... Ой, студенческой жизни. Вот у нас есть пока время обсудить это. Вот, знаете, очень хочется, вы такие просто креативные, заряжаете меня вот каким-то таким креативным позитивом. Обрисуйте свою студенческую жизнь хэштегами. Вот, например, доширак, хлеб, майонез. Не знаю. Мало что помню вечером. Хочу спать, никогда на первую пару не хожу. Веселье. Веселье, философия. А, круто. А какие, кстати, вот ваши любимые такие предметы были в универе? Режиссура. Литература. Режиссура, литература. А у Степана? Вы знаете? Танцы. Степана танцы, он профессионал. Сценическое. Профессиональный танцор фламенко. А он вам ставит хореографию в номера? Не дай бог. Значит, хорошо учился танцам. Хорошо, значит, очень хочется узнать... Кем бы вы хотели стать в детстве? И воплотилось ли оно в жизни? Ну... Очевидно, что нет, правда? Ведь в детстве только два варианта всегда. Это космонавт и водитель. На самом деле, мне кажется, эти варианты для людей такой... взрослый закал, не знаю, как назвать, но мне кажется, современная молодежь хочет стать там, я не знаю, президентом, шмрезидентом, очень бизнесменом, рэпером, кстати, да. Я хотел стать. Ты хотел стать рэпером, серьезно? Да нет, я шучу. Тогда ничего не знаю, что это такое. Так, окей, ну что ж. Через 30 секунд у нас клип 8 марта. Друзья мои, что вас натолкнуло на то, чтобы снять такой провокационный для женщин клип? Надо же поздравить наших любимых дорогих женщин. Конечно. Женщин России, бабушек России, соседнего зарубежья, ближнего, дальнего. Всех поздравить, очень любим вас, потому что... Давайте прямо сейчас посмотрим, как вам такая идея. Поздравляем с 8 марта. Еще раз поздравим. Очень актуально. За прошлый год, за этот и за будущий. Да, давайте смотреть клип. Вот такие талантливые, такие креативные, такие незаурядные, позитивные, смешные ребята, группы немощные, пусть и не в полном составе, но зарядили нас всех своим позитивом, творчеством и своими клипами. Спасибо, ребята, что вы к нам приехали. Мы вас с распростертейшими объятиями ждем вновь. Спасибо вам, зовите. Большое, огромное. Да, ребята, с вами была Вики Толокова, группа Немощные, Welcome Show на Юмор ТВ. Пока, скоро увидимся. Пока. Смотрите Юмор ТВ.